Казанском федеральном университете продолжается кампания по временному трудоустройству студентов. В мае этого года Департамент по молодежной политике КФУ сформировал перечень вакансий, на которые студенты могут временно устроиться на работу. На самом деле разные вакансии интересуют студентов. В основном, конечно, те, которые связаны с удаленным форматом работы. Для того, чтобы не встречаться, тоже не передвигаться по городу, очень востребованными являются вакансии в соцсетях, то есть ведение соцсетей, вакансии редакторов. Достаточно востребованными являются вакансии по работе в самом общежитии, внутри общежитий, и вакансии приемной комиссии и работы внутри университета. Банк вакансий постоянно обновляется, добавляются новые места трудоустройства. Благодаря этому у студентов появилась возможность раньше начать свою профессиональную деятельность и освоить новые навыки и умения. На данный момент в самом университете открыто порядка 50 вакансий, так как большая часть из них уже была востребована студентами в предыдущий период, в предыдущие месяцы. И порядка 2000 вакансий у нас представлено от министерств, ведомств, центров занятости и иных организаций-партнеров, с которыми сотрудничает университет. По нашей программе трудоустроено сейчас порядка 249 человек, из них 96 – это иностранные студенты, плюс к этому у нас еще есть 21 трудоустроенный студент в учебно-оздоровительном центре «Яльчик». Для того, чтобы устроиться на работу, студенту нужно зайти на сайт КФУ, затем перейти в личный кабинет и в графе вакансии выбрать то, что его заинтересовало больше всего. Лев Диденко, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.